Вы знаете, кризис журналистики, в первую очередь, не свободе некоторых журналистов. Я бы сказала так, где у нас есть такая поговорка, где начинаются деньги, там заканчивается наука. Но там заканчивается не только наука. И журналистики, очень многие виды творчества, заканчивается творчество. Поэтому мне очень бы хотелось, чтобы журналисты были свободнее от финансирования своих идей, да, и могли свободнее писать. И тогда мы из кризиса выйдем. Потому что талантливых людей у нас достаточно. Мы богатая страна по-настоящему.